Итак, всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта Nick Studio Edition. Как сделать титры с эффектом Picture in Picture в программе Sony Vegas Pro? Это Photoshop. Вот он, Sony Vegas Pro. Для начала объясню, что такое Picture in Picture. Это довольно-таки популярная вещь, особенно на телевидении. Это когда с какой-нибудь стороны в кадре идут титры, а с другой картинка, подпись маленькая. Вот. Но во многих фильмах используется так, как... допустим, неудавшиеся моменты, либо какие-нибудь кадры вырезаны. Вот. Ну, ладно. Для начала нам нужен, конечно, сама программа Vegas. И нам нужен какой-нибудь видеофайл, который будет, естественно, появляться в окошке. Вот. В моем случае это интро из первого Assassin's Creed. Это демка его. Сейчас сразу обрежу. Где-то вот так. Вот. И создаем новую видеодорожку. Insert video track. И нам нужны, естественно, титры. Нам нужно создать титры. Переходим в Media Generators. И в Credit Roll. Здесь мы выбираем пресеты из титров, которые мы хотим, как чтобы они появлялись. Ну, допустим, такое вот. Выбрали. Чтобы изменить расстояние, точнее, чтобы изменить длительность титров, мы ставим параметр late, длительность, ну, насколько нам хочется. Допустим, секунд на 30, к примеру. В этой позиции мы видим то, что здесь можно менять, то есть, где именно будет текст идти. Вот, методом перетаскивания мы определяем. Ну, вот так, чтобы не мешать. Вот так. Здесь, в Credit Text, мы... в принципе, пишем наш текст, допустим, там. Вот эти все показатели, это как установки, как будут выглядеть титры. То есть основная шапка, просто подпись и подписи с вот такими с левыми и правыми колонками. Ну ладно. Короче, пишите текст здесь. Стили здесь можно выбрать шрифты, расстояние, цвет, ну и так далее. Вот, теперь нам надо сделать саму картинку Picture in Picture. Это делается путем изменения расстояния в настройках Event Pan Crop на нижнем слое. То есть здесь мы изменяем, как именно будет показан наш нижний слой. То есть если мы потянем за уголок, мы видим то, что расстояние уменьшается. Вот. И располагаем его, эту картинку, слева там, как нам хочется. Допустим, как-нибудь вот так вот располагаем ее, картинку. И все. Теперь при общем просмотре мы будем видеть то, что картинка у нас появилась. Но сейчас немножко затухание я сделаю, как бы появилась она у нас. И вот мы видим то, что здесь эффект Picture in Picture как раз. То есть картинка слева и пошел текст. Таким образом можно создавать свои какие-то титры, пробовать все. Ну и, конечно же, звуковую дорожку и примерно наложим. Примерно это будет выглядеть вот... Ну ладно, с вами был я, Ник, заходим на мой сайт, смотрим обновления, всем пока.